естественно, человек пытается скопировать. На самом деле очень важно уловить как бы собственное излучение, собственное отвечание, собственное слышание, да, некий такой негласный диалог с самим собой. Но опять это все должно быть взято под наблюдение со стороны. Потому что, еще раз говорю, когда человек просто читает слово «наблюдатель», и оно ему нравится, это состояние выключенности, даже если человек что-то обозревает в каком-то небольшом радиусе. Вот те, кто приходит на практику, мы именно серьезное внимание и достаточно долгое время уделяем тому, чтобы человек точно уловил, что такое наблюдение со стороны, что такое состояние присутствия и одновременно разотождествление.